С инициативы о проведении митинга 2 октября прошлого года, в связи с чем наш митинг реально покатился в сторону ее реализации. До этого мы только проводили митинги, отдельно взятые митинги, и просили народ, так сказать, подумать о возможном проведении митинга. Когда он вышел с инициативы Народное собрание Гагаузии, именно реальная идея ее реализации, и с этого момента и начал реализовываться. Слово Михаилу Макаровичу. Бу референдуму япты Гагауз халкы. Инсана лязым иттеркавада сау демен яптылар бу митинг. Сау деме лязым депутаты Народного собрания Гагаузии, бу 18 киши, они корпмадлар, да яптылар бу канону, они референдум япалы. Сау деме хепсине, лидерлара, инсанлара, они топлардылар, организаторлар, чыкардылар, коркмардылар, унар ордан полиция да бастырарды, эпси жиип, көстек коярды, унар коркмадылар да гиттилер. Биттия кадар да яптык бу референдум. Сау деме лазым Юра Якубова. Они коркмады. Варкан адамын бизнесы унар сакынырла, коркырла, яваш. А бу коркмады. Çıktı da dedi ben der veririm hani halk kendisi yapsın bu referendum da yürü dedi verdi bütün parayı hani biz yaptık bu referendum. Bu gösterdi bizim birliğimizi. Allah versin hani yüzlerle yıl bu birlikte duralım, anlaşmakta duralım da koralım kendi Gagavuzemizi. Daha yüksek basama onu kaldıralım. Dünyada avtoritede kalksın daha yukarı. Daha rahat insan burada yaşasın. Bunu var nasıl yapma hepsimiz bir yerde. Sağ olasınız, var olasınız. Çok kutlu sizi referandumla. Çok sağ ol Mehmet Karşı.